устанавливаем кресло Инглезина Магеллана. Пассажир у нас маленький, ему полгода, соответственно, кресло будем ставить против движения. Кресло у нас ременное, устанавливается оно несложно. Берем автомобильный ремень безопасности, максимально его вытягиваем. Пропускаем его сквозь раму. Фиксируем. Сразу же равняем ремни. Нижняя часть ремня, поясная, идет снизу. Так, смотрим. Верхнюю часть заправляем в направляющую с отметкой синей точкой. Значит, и берем вот такую вот прищепку и фиксируем верхнюю часть ремня безопасности. Для чего это нужно? Если у нас будет медленное торможение, не всегда может сработать ремень безопасности. А так у вас получается кресло останется неподвижным. Так, еще раз все проверяем. Дергаем. Зафиксировано, надежно.